Итак, предпросмотр. Начинается вот. Привет, Коул. И тут же прыгает. И на башню. Иху! Мы можем сделать что-нибудь поэпичнее, вроде «Как туда-то попал?», развить целый диалог. Но мы просто сдвинем Коула в основание башни и дадим ему цель сбросить Дика. Соответственно, с целью сбросить Дика, когда Зик побежден, миссия заканчивается. Вот. В общем, по окончании этой катсцены местоположение Зика вот с этого поменяется вон на то, которое вот, на верхушку башни. Соответственно, по окончании этой катсцены Кол будет стоять у нас уже вот здесь, без нашего участия, а Зик там. То есть это очень удобно для перемещения персонажей. Это очень удобно. То есть не то, что катсцена происходит в одном месте, а потом персонажи в другом, и тебе нужно опять туда идти. В общем, очень удобно. Так, и пусть Коул идет за ним, да? Вот, мы сделаем. А стоп, нафига? Так, текст нам не нужен. Границы потом настроим. Персонажи и декорации. Допустим, Коул идет за ним. Да не, как-то немного странная поза. Во! Вот так. Его любимый прыжок. Вот, отлично. Теперь настроим ракурс. Можем сделать так, что крыши не будет видно, и Кол просто прыгает в сторону башни с часами. Вау, да это же очень круто. А? Действительно очень круто. Мы поменяем края немножко. Как нам надо. В принципе, все нормально, но что-то не то. Нижний угол нам не нужен. Так. Правый угол можно уменьшить. Это верхний. Вот, точняк. Так, как-то я это нужно сделать, чтобы... Не, в принципе, все нормально. Так, поэтому надо... Так, это правый, да? Правый. Пусть его у нас не будет. А верхний двигало вместо правого. Вот. А хотя... Так. 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 Во! Ошибись. И верхний отступ мы увеличим. Так. 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 И... Левый отступ мы тоже увеличим. Добротная картинка выходит. Ну и вот. И последнее действие будет у нас. Як Коул. Приземляется вниз. Или даже нет, вот пусть на стол. Можно на стол поставить? Почему-то нельзя. Ладно, да пусть вот сюда поднимается. Вот. Так. Да. Во. Вот так.
эмоция пусть будет ярость. Так, мы колу поставили. И по-быстренькому ракурс. Вот, типа, может, такой широкий угол обзора камеры сделать или поменьше. Вот. Вот так, допустим, пусть будет. Во, вообще зашибись. Ну вот, мы расставили кола. Дальше. Ну, как нам уже все привычно. Пометим дикой звездочкой. Ну, думаю, цель нам не нужно будет писать. Вот. Итак, мы что у нас получается. Привет, Коул. Прыгать сюда. Потом на крышу. Два эпичных кадра. Вот я здесь стою, а Зик стоит там. Только я его не звездочкой пометил. А не важно. Ой-ой-ой. Видите? Зик стоит здесь. Ху-ху! Эй! А, ну все. Потом упал. Вот так работает редактор кат-сцен. Я наглядно показал, что вот изика-то тут нет, его тут нет. Но он здесь становится после окончания кат-сцен. То есть при желании мы можем... Это даже вот очень круто. Вот раньше я как делал телепортацию? Ну я вам показывал, да? Через чекпоинт. А теперь здесь можно сделать вот так. Если отбросить все вот это. Ну, я сохраню так, просто для прикола. Ладно. Если отбросить все вот это и оставить только цель переместить Коула на другой конец города, вот форт, к примеру, вот. Мы сделаем один кадр всего лишь. И Коул у нас уже не здесь, а в форту. В форте. Итак. Начинается. Угу. Вот наш Коул. Пусть он бежит. Бегущий Коул. Бежит, да, ага. Все, бежал. А нет, нам два потребуется. Затем вторая. А, ракурс, конечно, ракурс. Угу, отлично. И второе. Берем нашего Коула и тащим его в форт. Я его не в ту сторону направил, но кто будет? Хукерс, короче. О, каких-нибудь там этих давних фильмах. Типа Мук-скороход. Да-да-да-да-да. К примеру, вот. Добро пожаловать в форт. Меняем его позу ему. А, я падаю. Теперь обратно туда. Это вот из всего, что нам нужно, мы потратим только вот это вот время. Еще рентген отображается теперь не все эти штуки, а только вот эти. Так, и ракурс сейчас опять обратно. Ладно, используем это с интересом.
полетаем по городу красиво. Так, это не то место, а вот то, вот он. Мы сохранили ракурс. Да? Теперь таймер 5 секунд. Ой, это не таймер. Вот. Да. Смешно. 5 секунд. И миссия заканчивается. И так что у нас получается. Наш кол здесь, бежит около башни. Там загрузка. Он уже здесь. Мы стоим же здесь. 5 секунд проходит, миссия завершается. Это очень удобно. И нужно написать 15 минут спустя. Можно написать это в рамочке с прямоугольничком. И все. Вот так. Я показался и в теории, и на практике. Даже сам кое-что узнал новое. Ну вот. Как-то так. Что бы еще? Наверное, очень коротко вышло. В принципе, я уже сам во всем разобрался, да и все остальное можете посмотреть в оригинальном редакторе Infamous 2. Да. Paradigm. Ой. Да ладно. О, ну вот разнообразие геймплея мочил он. Кстати, в отличие от второго Инфеймуса, тут как в первом. Броешь, и на тебя враги не падают. Так, стоп, секунду, это все что ли? А-а-а. Кусь. Да. Вот такое можно тоже в своей миссии сделать. Вот эти все наши, про которые я показывал. Лотки. В общем, все вот эту фигню можно добавлять в своих миссиях. Плюс лотки еще и разрушаемые. Даже вот все разрушаемо из лотков. Вот такие нельзя размещать. Они не разрушали. Не все, конечно, но я могу пожарить себя на костре, к примеру. Нет, не могу. Этот костер меня не пудрит. А, вот чуть-чуть ранил. Да. Уи, салют! Ха-ха! Ну, думаю, это все. С вами был Тесла 46. До свидания.